Вот в ту сторону, на юго-восток, идет улица Нижегородская. На ее окончание, там есть станция метро МЦК Нижегородская и район уже Текстильщики. В данном случае мы сейчас в районе Нижегородском. И одни из главных автобусов здесь М27, который аж до Парка Победы может отсюда увезти. И М7, который может увезти, ну, к примеру, до Таганки. Там Нижегородская улица превращается в Рязанский проспект. Можно на Рязань уехать, по желанию. Очень прикольное наименование — четырехдомный переулок. По сути, из-за этого я и видосик и решил заснять. Там калитники, а кроме Таганки, что там еще интересного может быть? Таганский район длинный, поэтому и до Римской там, в принципе, рукой подать. Вот. Забавненький райончик. По сути, это практически граница с ЦАО. Хотя это считается ВАО, да? А вот в том месте уже будет станция метро Волгоградский проспект по фиолетовой ветке.